Американские власти предупредили авиакомпании о том, что террористы-смертники могут использовать хирургически имплантированную в их тела взрывчатку. Пока, как предполагается, это только идея, однако говорят об этом не меньше года. На одном из исламистских веб-сайтов человек, называющий себя хирургом, разместил такое послание. «Прибегнув к хирургическому вмешательству, я мог бы поместить взрывчатку в тело смертника. Необходимость специальной одежды отпала бы. Не лучшее ли это решение?» По словам эксперта по вопросам безопасности, сделать эффективное взрывное устройство, которое бы находилось в теле человека, не так просто. Существует множество технических проблем, особенно если речь идет о девайсах, которые находились бы в теле какое-то время, а потом бы уже взрывались. О новом виде террористической угрозы пока не объявлено и подобных случаев зафиксировано не было. Однако сама возможность появления террористов с имплантированными бомбами может заставить пересмотреть правила безопасности авиаперевозок.